номером 9 капитан команды Алишер Сулей, под номером 99 Эльгуджа Лабжанидзе, под номером 88-7 Асламбек Хакимов, под номером 19 Артак Саулет, под номером 31 Адильхан Танжариков, под номером 5 Багдад Каиров, Палан Зактюбежас. Прервемся мы на атаку Актюбе. Удар по воротам. И что же здесь? Опасная атака Тараза. Смотрим на этот момент. Да, здесь Лабжанидзе мог сейчас пяточкой перенести. Атака Тараза. Опасно может быть. И последний момент. Пизели нет. Не дают ему передачу. Навес. Не дотягивается до мяча. Подача с углового. Подача достаточно высокая. Удар по воротам. Мяч летит уверенности, опыта. Удар по воротам в исполнении Эли Велта. Мяч летит мимо. Нюадзе. Отобрали у Сержа мяч. Перехват. Роза Бакиев. Передача на Сулея. Сулеев штрафной. К тебе удар по воротам. И счет в игре открыт. Алишер Сулей. Здорово разобрался после передачи Рахимжана Роза Бакиева. Капитан Тараза обработал девятку ворот актюбинской команды. Еще раз смотрим мы. Да, тут абсолютно без шансов для Рамиля Нурмухамедова. По пути к успеху Сулей обыграл к атаке Кицак. Кицак. Удар по воротам. Отражает этот выстрел сама Тотарба. Еще раз смотрим на удар Кицака. Метров 20. И вновь на нижнюю штангу. Борьба. Штрафной. Изели. Передача в штрафную не получилось. Атака и продолжается. Маркос Пизели. Удар по воротам. Парирует его Утарбаев. И сравнивает счет Актюбе. Вот так начало второго тайма. Рустам Темирхан, который был повинен в голе матча. Смотрим еще раз. Здесь Волков умудрился сделать передачу под прессингом защитников Тараза. И Темирхан здорово сориентировался в этой ситуации. Защитник Актюбе. И отскоком от газона пробил Рустам Темирхан. Не был готов к этому. Сам сейчас борется не за выживание. Роза Бакиев. Удар по воротам. Мяч скакал по газонов. Заброс мяча на Эльгуджи Лабжанидзе. Опасно может быть. И спасая сейчас свои... Рамиля Нурмухамедова здесь не подрасчитал голкипер Актюбе. Ошибся с передачей. Но вот не день. День не... Точнее, день не заладился у Маркоса Пизели. Опасная атака. Эли Велта. Выход 1-1. И счет становится 2-1. Вот так вот легко Тарас выходит вперед. Очень легко сделали. Соорудили гол. Гости, смотрим еще раз. Центр обороны к тебе. Буквально два паса прошли. И Эли Велта забивает свой очередной гол в чемпионате. Смотрим еще раз. Прекрасно разобрался. Разбегается Маркос. Удар по воротам. Парирует этот выстрел. Таубай. Удар по воротам. С трудом проходит сейчас на Хакимова. На подборе оказался первым Кицак. Удар по воротам. Опасно. Кукеев. Волков. Заброс мяча. Хороший Ажимов. А счет становится 2-2. Вот так дела. Какой шикарный пас был от Виталия Волкова. И проспали подключение Алишера Ажимова, который забил. Участник сегодняшнего матча. Забыли про него здесь защитники Тараза. Абсолютно одного оставили. Где был Йованович, где был Симчевич, непонятно вообще. И Алишер Ажимов здесь словно... свой. Итак, момент X. Свисток Кучина. Удар по воротам. Парирует этот выстрел сама Тотарбаев. Игра продолжается с мячом Кицак. Батырханов. Кукеев. Батырханов. Удар по воротам. Нет, выше. Ставит свою мощную спину. Передача на Жакова Кожамберда. Кожамберда на ударной позиции. Мяч попадает в штаб. Смотрим мы
голевой момент с участием Кожамберде. Бьет сейчас Жака по воротам YouTube-канала. Ахтубе Тарас 2-2. Алишер Сулей и Элевелто.